Час назад в Вене решилась судьба мировых цен на нефть. Там все еще проходит заседание ОПЕК, на котором рассматривают вопрос о квотах на добычу. Однако агентство Bloomberg уже цитирует свои источники. Картель решил пойти дальше ожиданий аналитиков и увеличил квоты. Значит, предложение на рынке по-прежнему будет превышать спрос. И это при том, что о планах по серьезному наращиванию добычи объявил Иран, с которого снимают международные санкции. Российские нефтяники уже отреагировали. Рисков решения ОПЕК для наших компаний нет. В качестве аргумента выдвигается факт, что себестоимость добычи углеводородов у них одна из самых низких в мире.